Новенькие скорые на базе «Соболя» и «Газели» – тот автопарк, который нужен в районах прямо сейчас. Несложная математика поставок – 15 в декабре и 26 в апреле – увеличила число обновленного медицинского автопарка до 41 машины. Внутри – все нужное медицинское оборудование плюс установленная система «ГЛОНАСС». Вижу, что из тех автомобилей, которые здесь представлены, половина полноприводных, вот как раз то, что нужно для наших иногда непростых дорог в сельской местности, для того, чтобы спасать людей. Вам огромная благодарность за всю ту работу, которую вы выполняете, нелегкий труд, но очень важный и благодарный. Я надеюсь, что вот эти автомобили помогут вам лучше, более качественно с этой работой справляться. Кораблинская больница получила сразу два автомобиля. Сегодня там они жизненно необходимы. В разрезе того самого правила золотого часа. Нам очень важно, потому что сейчас вообще такая обстановка. Приходится транспортировать больных очень часто. И в Рязань, и в сосудистый центр в Скопинске, куда мы возим. И мы, у нас еще региональный центр в Ряжске. Поэтому машина нам просто необходима. И я не знаю, низкий поклон и Павлу Викторовичу, и министерству, что выделили нам эти машины. Сами водители эти машины называют долгожданными. Но при всех остальных плюсах опция «проходимость» для них сегодня самое важное. Очень хорошая, проходимая машина как раз для нашего района Косиновского. У нас много деревень, много дорог, которые требуют какого-то ремонта. Поэтому мы ждали долго и получили, что хотели. Впрочем, на этом обновление медицинского автопарка еще не завершено. По словам Павла Малкова, следующая партия придет прямиком в Рязань. 10 скорых и 20 машин для первичной помощи.